История Синтукского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России берет свое начало аж с 1933 года, а первый выпуск пилотов из Синтукского аэроклуба состоялся в 1934 году на самолетах ПО-2. Наши ребята из Черкесска получают уникальную возможность прыгнуть с парашютом уже второй год подряд. Это лучшие учащиеся Центра военно-патриотического воспитания молодежи и общеобразовательных учреждений от 14 до 17 лет с активной гражданской позицией. Ну, это инициатива нашего мэра Руслана Алиевича. И уже второй год подряд, благодаря ему, наши дети имеют такую прекрасную возможность прыгать с парашютом. Тем более, это и в будущем влияет, и при поступлении есть возможность предоставить третий разряд по парашютному спорту. В этот раз уже 20 детей приехало. И вот по эмоциям детей им очень нравится. Они бы с удовольствием 5 и 6 раз прыгнули, была бы такая возможность. Перед прыжком новоиспеченным парашютистам необходимо пройти подготовку. Оформление документов в медицинскую комиссию, обстоятельный инструктаж длительностью 5-6 часов. В ходе теоретических и практических занятий ребята изучили основы управления парашютом. Инструктор подробно объяснил и наглядно показал, как вести себя при форс-мажорных обстоятельствах, не допустить столкновения с другим парашютистом, приводниться, если надо, как действовать, если основной парашют полностью не раскрылся или не раскрылся совсем. Ребята проходят курс обучения, следующая теоретическая подготовка, то есть изучают материальную часть парашюта, тактики, технические данные, чего состоит, его действия парашютиста в воздухе. Значит, первое – это теория, второе – наземная подготовка. У нас три учебных места – отделение парашютиста от летательного аппарата, Ан-2 самолет, действия парашютиста по приземлению – это у нас трамплин, так называемое учебное место. Парашютист обучается правильно держать ноги, правильно разворачиваться и при приземлении. И третье учебное место – стапель подвесных систем. Под пристальным вниманием опытных инструкторов из Синтукского авиационно-спортивного клуба и начальником мобилизационного отдела городской мэрии Михаилом Кравцовым ребята прошли все этапы подготовки к прыжкам. Остаются считанные минуты до самого ответственного момента. Сейчас все парашютисты дружно погрузятся в самолет Ан-2. Прыжок совершается с высоты 900 метров над землей. Скорость самолета при выброске 160 км в час. Свободное падение длится 4 секунды со скоростью 50 метров в секунду. Скорость падения при приземлении 5 метров в секунду. Именно поэтому этапу приземления уделяется особое внимание, чтобы не получить переломы конечностей. А вот получить умопомрачительные эмоции можно гарантированно. Вместе с детьми осуществить свою давнюю мечту смогла и я. По сути, прыжок с парашютом – это эйфория, удовольствие, новые эмоции и ощущения, новые возможности, страх смешанный с радостью и любопытством. Сначала очень страшно было, не очень, а такой момент самого свободного падения был пугающий. Потом очень классно было лететь, смотреть на всех, как они там приземляются спокойно. Еще полетишь? Да, с удовольствием. Очень понравилось. Большое спасибо, хочется сказать, мэрии нашего города, лично мэру Руслану Алиевичу Тамбиеву за то, что предоставил такую возможность совершить нам прыжок с парашютом. Это, звук захватывает, просто слов нету. Сейчас это словами не описать, это просто надо попробовать. Есть много мотивов и причин, по которым человек решается прыгнуть с парашютом. Для каждого это что-то свое, глубоко личное, как сама жизнь. Есть люди, которые приходят в парашютный спорт случайно. Они совершают свой первый прыжок, повинуясь мгновенному импульсу. А почему бы и нет, и нередко остаются в парашютном спорте навсегда. Говорят, парашютный спорт как наркотик, затягивает, но это и к лучшему. Небо очищает, небо делает человека сильнее и счастливее, потому что оно прекрасно. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.